Всем здравствуйте! Сегодня в СМИ начали появляться новости об отношениях Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха. Все дело в том, что актриса в своем микроблоге в Инстаграм опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце, а под постом оставила смайлик в виде сердца и написала 6 декабря. Журналисты и пользователи социальных сетей решили, что вчера в жизни Арзамасовой произошло важное событие. Она получила предложение руки и сердца или официально вышла замуж за Авербуха. Стоит отметить, что сама Елизавета пока никак не прокомментировала слухи о своей свадьбе и помолвке. Более того, артистка не отреагировала и на комментарии подписчиков, которые поздравляли ее с переменами в личной жизни. В микроблоге в Инстаграм Ильи Авербуха также не появилось никаких новых фото с возлюбленной или сообщений о радостном событии. Отметим, что о романе Арзамасовой и Авербуха стало известно только в июне этого года. Отрицать отношения тренер по фигурному катанию и актрисы не стали, однако предпочитают не афишировать подробности личной жизни. Например, в социальных сетях за все время появилось только одно совместное видео пары. Елизавета в начале ноября этого года решила показать, как катается вместе с возлюбленным на льду, артистка пришла к Илье на площадку шоу «Ледниковый период». Арзамасова тогда в шутку добила, что мешает Авербуху работать. Стоит отметить, что на коньках катается Елизавета хорошо, ведь в 2010 году она сама принимала участие в программе «Ледниковый период». Именно в проекте и произошло знакомство Елизаветы и Ильи. Добавим, что знакомые Арзамасова и Авербуха считают, что их отношения начались в 2012 году, когда артистке было только 17 лет. Несмотря на юный возраст и небольшой опыт в фигурном катании, Илья Авербух тогда пригласил Елизавету исполнить главную роль в его ледовом шоу. Это был единственный случай, когда тренер доверил роль непрофессиональной спортсменке. В отношениях Авербух и Арзамасова уже длительное время, поэтому регулярно появляются слухи о том, что в скором времени тренер и актриса поженятся. Например, еще в июле на пальце звезды заметили дорогое кольцо. Уже тогда в СМИ и социальных сетях решили, что влюбленные собираются в ЗАГС. Напомним, что у Елизаветы и Илья довольно большая разница в возрасте – 22 года. Этот факт становился поводом для критики в адрес пары. На любые сообщения хейтеров Арзамасова реагирует очень резко. Откуда такая обратная истерика от некоторых моих дорогих подписчиков, когда вдруг появляется какая-то реальная информация? Вы знаете, что я не люблю и пока не умею говорить на тему личной жизни. Но ведь по крупному счету, что нужно знать обо мне? Точнее так, что нужно знать обо мне тем, кто любит меня и уважает. Только то, что у меня все хорошо. Разве этого мало? А уж как там все в деталях, какая разница? С огромным уважением к вам, ваша Лиза, написала актриса. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.